Я в детстве, когда приходил из школы, по телевизору показывали какой-нибудь съезд. И ты ждал 8 часов, то будет спокойной ночи, боже. Тебе 15 минут будет показывать мультик. И он воспринимался как: о, мультики. Все дети кричали, а сейчас будут мультики. Они радовались, да? Это же был контраст. Когда вы постоянно ко всему имеете доступ, у вас нет контраста. И когда что-то даже хорошее происходит, надо в 10 раз, чтобы оно было больше, это хорошее, для того, чтобы вы это все начали переживать. И поэтому мы сейчас все нашей с вами цивилизации пошли в ангедонию. Мы перестали испытывать удовольствие, потому что у нас нет контрастов.